по продажу приймаючої компанії в Малайзії Fun Sun Holidays. Отож, Анастасія, доброго вам дня. Скажіть, як ваш настрій і де ви знаходитесь? Бачимо таку мальовничу панораму позаду вас. Добрый день, приветствую вас с острова Лангкави, отель Saint Regis. Как видите, у нас солнечно, только что прошел дождик, и рады приветствовать Украину. Ну, вы сказали, что прошел дождик, а вообще как погода? Сейчас сезон, не сезон, жарко. В Малайзии круглогодовая температура 32 градуса днем, 24 ночь, и у нас... Но это буквально полчаса тропический ливень, чтобы освежить воздух, можно так сказать. И после этого опять жара, опять солнышко, тепло, и можно загорать, купаться, веселиться и так далее. Это вы сейчас находитесь, я так понимаю, на каком-то экскурсионном маршруте? Сейчас мы находимся в рекламном туре, агентами из разных регионов. В данный момент находимся, как я уже сказала, в отеле Saint Regis на острове Лангкави. Ну и скажите, как вам ваш отзыв? Отель шикарен. В общем-то, слов нет. Все как в любом случае в мире. Ну, наверняка вы были на каких-то экскурсиях, ездили куда-то. Поделитесь с нами, расскажите, что видели необычного и интересного. Лангкави – это на Лангкави находится 3500 строений, как все из них под охраной ЮНЕСКО, как природная этой планеты. В силу этого здесь там необычная, очень мангровая тема, которые проживают необычные как виды животных, так птиц, так и насекомых. Это, в общем-то, изюминка острова Лангкави. И мангровые деревья отличаются тем, что они произрастают в соленой воде. И при этом имеют очень плотную основу. В общем-то, благодаря мангровым деревьям остров Лангкави не пострадал так сильно, как нет во время известного цунами 2004 года. То есть мангровые деревья, они еще всю такую охранную функцию. Получается, они сохранили жизнь как животным острова Лангкави, так и многим людям. Ну а... эксклюзив Лангкави в этой мангровой экосистеме. Скажіть, позаду вас ми бачимо пляж, білий пісочок. Розкажіть взагалі, як його активно зараз відвідають, тому що там начебто порожньо, так здається принаймні. А ви, мабуть, не розумієте, ладно, хорошо. Що у вас за спиною? Що це? Це річка, океан, це пляж, що це? Ви бачите, сзади фоні там дома, гори, які відносяться до Індійського океану. И, соответственно, Лангкави – это архипелаг, это 99 островов. Соответственно, вы увидите другие островки, которые также относятся к архипелагу Лангкави. Но мы непосредственно находимся на главном острове, который называется Лангкави, что в переводе с малайского означает «красно-коричневый орел». Есть еще такой коктейль алкогольный «Лонг-Айленд». Очень часто ассоциация возникает именно с таким названием. А вы можете чуть покрутить вот камерой, чуть так вот, может, в сторонку показать, что еще там вот есть, может быть, разглядеть более детально окрестности вашего места пребывания? Скажите, параллельно еще такой вопрос. Какие интересные события грядут вот в ближайшее время? Непосредственно там, где вы находитесь, в Лангкави. Не будет там... Фон Iron Man. Это спортивная троеборья. Сначала порядка 4 километров спортсмены проплывают по бухте Лангкави на скорость. Потом порядка 180 километров они проезжают на велосипедах. Это 2 раза круг вокруг острова. И далее... И 42 километра, то есть быстренько переобуваются уже в специальную одежду для бега, и 42 километра бегут. Вот в прошлом году такое троеборье, начинали они в 6 утра, и человек, который прибыл первым к финишу, закончил в 4 часа дня. А многие прибежали, в общем-то, только к полуночи. Скажите... На это действие съезжаются как европейцы, так и спортсмены из других азиатских стран, то есть это достаточно уже известный марафон и проводится не первый год на острове Лангкави. Называется Iron Man. Вы будете болеть за кого-то конкретно? Что? Вы будете за кого-то конкретно болеть или просто наблюдать за этим?
Я болею за победу. За победу, мужество, силы, но никого конкретного нет. И поддерживаю. Ясно. Хорошо. Спасибо вам огромное, что разделили это время с нами. На связи была Анастасия Соловьева, это директор по продажам принимающей компании в Малайзии Fun Senior Holidays. Говорим вам до свидания. Спасибо еще раз. И до новых встреч. До свидания. Приезжайте к нам. Отож, на зв'язку у нас була щойно Малайзія, це Лангваки, готель Regis Лангаві, ось так він називається. Тож, робимо невеличку паузу і знову повертаємося до вас. Привіт!